Да, я вот коротко, да, вот по поводу автолека, там вот в автосфере вот Автомир, да, это действительно это такой знаковый салон, но есть им чуть поменьше. У нас есть вот в Невском районе Автопетроград. Автодом. Абсолютно мошенническая фирма, которая обманывала людей, но в суде все, как правило, попадает практически к одному судье Невского района. Кстати, я сегодня его опять увижу. Вот. И судья не стесняется, он просто нормы закона передвигает так, как ему удобно. То есть в законе написано так, так и так, должно быть вот так. Он пишет, да, установлено. Все факты установлены, на решение совершенно противоположное закону. К сожалению, но это тут что надо делать, да? То есть не плакаться, а что надо делать? Тут надо просто, во-первых, выделить направление. Во-первых, надо уточнять и совершенствовать сам закон о защите прав потребителя, потому что это важно. У нас очень много запутанных мест. Одна статья 18 чего стоит, специалисты знают. То есть она в процессе многочисленных видоизменений реорганизации приняла такой вид, что понять ее даже юристу сложно с первого раза. А уж простому потребителю в принципе нереально. То есть ее надо совершенствовать, чтобы законодательство становилось более понятным, более удобным. Ну и, соответственно, правоприменительную практику. То есть, да, надо выходить на судебные структуры, на прокуратуры, чтобы они не слали простых отписок, на контролирующие органы, чтобы складывалась нормальная практика по защите прав потребителей. Коллеги, спасибо. У вас какие вопросы есть? Евгений Николаевич.